все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, днем 15-19, мороза, ночью 19-21, ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем минус 13, в темное время суток 19, ниже 0, западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти солнце сквозь облака, днем минус 14, ночью 17 с минусом, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, в дневное время минус 18, ночью минус 21 градус, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.